Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Цербер. И сегодня будем проходить игру The Walking Dead, эпизод 1. Будем мы так проходить все абсолютно части The Walking Dead на моем канале. Если честно, я устал, я уже перезаписываю это третий раз. Перепрохожу третий грёбаный раз. Но ничего страшного. Ой, я уже тут 2 часа здесь чем-то сижу, чтобы записать это видео. Просто у меня почему-то не записывает. Надеюсь, в этот раз будет нормально. Tittle Games представляет. В сотрудничестве с Skybound Entertainment. Ходячие мертвецы. По-другому. The Walking Dead. Эпизод 1. Если что, сразу говорю, у меня тут немножко подлагивает на ноутбуке. Из-за этого не очень хорошо он будет все видно. И да, сразу говорю, я иногда не успеваю читать субтитры. Художественный руководитель. Да, рассказывай. Не успеваю. Well, I reckon you didn't do it. Ну, я думаю, ты этого не делал. Зачем ты? Ты знаешь, что говорят, кое это имеет. Ну, вообще-то я это сделал. Why do you say that? Зачем ты это говоришь? No, I've driven a bunch знаешь, я отвез вот к нему уже кучу парней, бог знает сколько. Обычно к этому моменту я слышу. Я этого не делал. И что ты отвечаешь? Только не от меня. Только не от меня. Потому что эти парни твои не слышали это много раз. Чё? Я тебя не понял немножко. Ой. Извините, но... Это сами прочитайте. Я следующий буду читать. Ой, ладно, посмотрите в зеркало заднего вида. Ой, я что-то реально... Ладно, сейчас подождите. Вот, постэффекты выключены, качество не выключено. Заглаживание выключено, ну все вроде бы. А при чем тут качество графики и качество текстуры, я не понимаю. Ну типа реально непонятно. Ой, я что-то включил. Сейчас, минуточку, я что-то включил. Посмотрел, что-то подлагивает прям жестко. Я немного читал твое дело. Ты ведь из Мейкона, не так ли? Значит, ты тоже из Мейкона. Ага, в 70-е я приехал в Атланту, чтобы быть городским копом. Всегда хотел поработать над делом об убийстве, как это. Сенаторская заварушка, в которой ты замешан. При всем уважении. И это очень неприятно. Черт возьми, когда-то вся семья была в аптеке, она все еще там? Конечно. Отлично. Медики направляются несколько машин и вертолетов. У меня племянник учится в университете в Джорджии. Ты давно там? Уже 6-й год. Ты-то встречался с ужином в Африканс? Не успел прочитать. You want to know how I see it? Хочешь знать мое мнение? Конечно. Sure. Regardless. Хотя может ты просто женился не на той женщине. Или она вышла не из-за того парня. Замечен беспорядок. Всем офицерам быть готовым к нападению. Все больше звонков. Направление. Сейчас почему-то сильно лагает. А,
Однажды я все вез одного парня, и он вез всех ужасов. Он до стопки твердил, что он этого не делал. Это был взрослый парень, большой, с добрыми глазами, за очками, которые носит умники. И он просто плакал и считал, что это не он. Делал их люк прямо там, где сидишь. Так прямо там, где ты сидишь. Then before long he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. Сливый ребенок в самолете. That's government property. И что я буду вынужден вырубить его, если он не остановится. So he stops. Ну и он замолкает. He starts crying out for his mom. А потом начинает плакать своей мамочке. Это была ошибка. Это был не я. Мда. Мда. Да не по слову. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. Когда ребята вышли в дверь, а потом сидел в моей машине, я орал как псих, что это не он. Думаю, это он сам в это верил. Это говорит о том, что люди начинают сходить с ума, когда понимают, что жизнь окончена. Ох, у меня есть еще одна хорошая история. Она не такая депрессивная. Осторожно! По-моему, ему было больно. Так, и что далее? Oh, shit. Thirsty. Пить охота. Ох. Fuck. Черт, моя нога. Ой, так. Hey. Эй, эй, hey, officer. Офицер, вы в порядке? Я до сих пор в наручниках. Какого черта он достал оружие? Officer? Офицер, это нехорошо. Его же никто не вытаскивал из машины. Так, все, давай. Убиваем окно. Мне нужно вылезти через окно. Ой, сейчас. Давай, чувак, вылази. Ох, больно было. Было очень больно. Ой-ой-ой, ходячие эти. Конечно, его покусали. Ой, нехорошо. Так, давайте сейчас это посмотрим. Тут есть какой-нибудь патрон на этот дробовик? О, патрон. Нормально. Дробовик брать не будем. Я думаю, что он не заряжен. Так, все, нам нужны только ключи. Я когда в детстве в эту игру играл, я так ее стремался, я сильно боялся. Я когда в нее заходил, я такой, о нет, что же будет? Нет, нет, он меня укусит. Я вот так вот серьезно говорю, все время я думал. Боялся все время, я ее даже не проходил. Но так я все серии уже The Walking Dead прошел. Опа, ожил чувак. Офицер. Ох. Черт! Давай назад. Ты что делаешь, мужик? Дробовик, чувак. Отвали от меня. Чувак, дробовик. Так, давай, аккуратно. Давай, бери. Don't make me do this!
Goodbye, motherfucker. Ну и все, он умер. Ух. Его кожа сгнила, и он воняет, как дерьмо. Что с ним, черт возьми? Клементина? Помоги! Позови кого-нибудь. Здесь стреляют. Стоп. Много ходячих. Давай, чувак, давай. Ты можешь. Нормально, пойдет. Ну, в принципе, мы пришли. Кто-то там стреляет сейчас. Ну, найс, все, зомби ушли. Ой. Так, все, зомби ушли. Так, давай. Эй! Anybody? Кто-нибудь? Вот тут должны быть чуваки, но их тут нет пока что. Ну ладно, типа окей. Пойдемте в дом. Все, пускай он идет. Графика неплохая, хоть игра и старенькая. 2012 года, по-моему. Так, давайте откроем дверь. Coming in. Я вхожу. Don't shoot, okay? Не стреляйте, ладно? Ой. Что-то я вообще подустал. С этим стримом. Да и сейчас после этого стрима видео снимаю. Сразу же. Эй, черт. Эй, я не грабитель. И не один из них. Похоже, этим людям нужна помощь больше, чем мне. Фрукты не настоящие. Тут я подскользнусь. Господи. Три новых сообщения. Сообщение первое. Основное в 7:43. Привет, Сандра. Это Диана. Мы все еще в саванне Уэйда. Произошел небольшой инцидент с одним сумасшедшим возле отеля, так что нам пришлось отвезти его в больницу. На обследование, в общем, дело недостаточно... Ой, так, ребята, дайте прийти все. А-ля-ля-ля-ля. Чувствую, что объехать его нельзя, так что мы останемся еще на один день. Небольшой тебе сказал, то, что присматриваешь за Клементиной. Я обещаю, мы вернемся до твоих весенних каникул. Сообщение второе. Оставлено? В общем, читайте. Боже мой, ну наконец-то, я не знаю, пытались ли связаться с нами. Ни один звонок не проходит. Они не позволяют нам уехать и ничего не говорят об Атланте. Пожалуйста, уезжайте вместе с Клементиной из города. В Мариетту. Мне нужно вернуться в больницу. Пожалуйста, дайте мне знать, все ли у вас нормально. Клементина, детка, если ты это слышишь, то позвони в полицию. Номер 911. Мы любим тебя. Мы любим тебя. Мы любим тебя. Мы любим тебя. Так. Ох, чувак. Папочка. Ох, он хотя бы не подскользнулся на этом пятне крови.
Так, что это такое? О, реально вода? This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. О, рация. Так, давайте возьмем. Hello? Привет. Тебе нужно быть тише. Хорошо. Я не монстр. Good. Хорошо. Сколько тебе лет? Ой, извини, я здесь. О, не на ту кнопку нажал. Сколько тебе лет? 8. И ты совсем одна? Yes. Да. Я не знаю, где все остальные. Сколько тебе лет? 37. Okay. Понятно. А где твои родители? Они уехали в путешествие и оставили меня с Саландрой. Они в Саванне, кажется, там где водки. Ты в безопасности? Я на улице в домике на дереве. Они могут туда, они не могут туда залезть. Умно. Видишь? Ты видишь меня? Я вижу тебя через окно. Ух. Так, давайте, давайте, нажимаем, нажимаем, нажимаем. Все. Тупо. Фу. Как спич. Ой, дурак, ой, дурак. Долбани, давай. На. Пососал. Ой, блин, останови нас, останови. На, еще раз. Клементиночка, пожалуйста, Клементина. Клементиночка. Ради всего святого. Клементина, дай мне молоток. Ради всего святого. Goodbye, мазафака. Все, она мертва. Man. Блин. Привет. Did you kill it? Ты убил ее? Да. Yes. It's okay. Хорошо. I think she was Я думаю, a что monster. Она была монстром. I think so too. Мне тоже так кажется. You've been all by Ты была одна все это время? Yeah. I ага. want my parents to come Я хочу, чтобы now. Мои родители вернулись домой. I think that Знаешь, might be a little я думаю, это займет некоторое while. Время. Oh. Ох. Слушай, я не знаю, что произошло, но пока я буду присматривать за тобой. Что нам теперь делать? Поищем помощь, пока не стемнело. Да, ага, ночью небезопасно. Пойдем, держись рядом со мной. О, что-то уже темнеть начинает, да? Ну все, пойдем. Че вы стоите? А вот сейчас пойдем. Так, все, спустились. Все, нам надо до ворот идти. Все, пускай идет. Так, что-то машины толкают. С таким успехом я никогда не попаду домой к маме. Вот отстой. Обстановка накаляется. В чем дело? Мне остаться? Что? Я не хочу сегодня ночью спать в доме понедельник, но я знаю, что не следует ли уходить. Что если мои родители вернутся? Я не оставлю тебя здесь одну.
Давай найдем безопасное место где-нибудь поблизости, ладно? Это хорошая идея. Hey, man! Holy shit! Твою мать! Ой, черт возьми! Не ешь нас! Мы нервные. Фух, я на секунду подумал, что вы сможете собирать нас за грязь. Шш, мы ищем помощь. А, нет, 5 минут туда нажал. Ох, что не сделали это... Я Шон. Шон Грин. Я Ли. А это Клементина. I'm Chet. Я Чет. We shouldn't be out in the open. Нам не следует находиться на открытом месте. Давай ты поможешь нам расчистить дорогу. А мы вытащим тебя с дочерью отсюда и отвезем на ферму моей семьи. Там безопасно. Я не ее отец, я сиделка, я ее сет, я просто прохожий. Просто парень? Да. Она одна. Давай собираться. Вот просто я тут. Давайте. А ты как хочешь? Я. Монстр приближается. Мы должны идти. Ли, быстрее, помоги. Так, давайте им поможем. Так, у этого какая машина? Так, давайте толкаем машину. Все, в принципе, мы ее отвлекли. Ну все, все. Давайте забегайте. Залезай. For just some guy, it seems like you saved a bunch of lives today. Так, неплохо. Мы приехали на ферму какую-то. Эй, Шон. Эй, Шон, я побегу домой, и моя мама будет рвать и метать от гнева. Это точно, чувак. Пересечемся завтра, если что. Рад был знакомству. Ну, типа, давай пока. Слава богу, ты в порядке. Я тоже волновался, что-то не так. Это пару дней. Тут было тихо, как обычно. Старый Брэкон думал, что у него кобыла захромала. Я бы не вернулся без Чета. Ну тогда я рад, что взял его с собой. Ты привел пару гостей? Нам нужно укрытие. Твой сын спас? Нам просто нужно немного помощи, но ненадолго. Хорошо, я не против, чтобы вы тут остались, но лишь на одну ночь. Я не подружу вам за... Значит, у меня только ты и твоя дочь? Это не его дочь. Он, ну, просто парень, который нашел ее одну. Мила, ты знаешь этого человека? Yes. Да. Okay, then. Хорошо. Well, похоже, ты сильно поранил ногу. Ага, с ней что-то не так. Я могу помочь тебе. Шон, иди проведи свою сестру. Ты сядь на лавку, а я посмотрю, что у меня есть. Let's have a look. Давай посмотрим. Yeah. Да, она чертовски распухла. Она и болит чертовски. Like верю на слово. What did you say your name was? Я не расслышу твое имя. Ли. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Я Хершел Грин. How'd this happen? Как это случилось? Авария. Car accident. That's so. Неужели? Where are you headed? Куда ты ехал до аварии? Домой. Where's home? Где твой дом? Я вырос в Мейконе. Мы сбили парня одной из этих тварей, которых ты наслышал. С кем ты был? С девочкой? С офицером полиции. Он подвез меня.
Но ужасно мило с его стороны. Я ужасно мило парень. В доме полно моих родственников, и еще одна семья спит в хлеву. Ты с дочерью можешь отдохнуть, так, когда мы тут закончим. Я уже не слышу твое имя, дорогуша. Клем. Клементина. Не могу представить, через что ты прошла, Клементина. Я посмотрю за ними, пока что не найду, пока не найдем их родителей. Эй, папа, я подумал, завтра первым делом мы можем снова поставить забор вокруг фермы. Не думаю, что это необходимо. Я не знаю, что ты видел по телевизору или слышал по радио, но к нам тут серьезно дерьмо. Я не думаю, что кто-то знает. Ла-ла-ла. Твой сын прав. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Случается, Шон. Dad, I'm serious. Пап, ты серьезно? Lee, давай come on. Расскажи ему, что Tell him what you saw out there, man. Я ты, о, господи, я видел мертвых лехов, я видел девушку. I watched a man я видел, как человек сбили без жалости. Well, do what you think you should. Считаешь, нужно. We got plenty of chores as it is. Хватает. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said, okay. Я уже сказал, хорошо. Well, I'm all done here. Ну, ну тут я закончу. Завтра будешь уже лучше. Thanks. Завтра будет уже лучше. Спасибо. Если температура поднимется и ногах смотрит, то скажи, похоже, мы имеем дело с инфекцией. What do we do then? Что нам тогда делать? Well, probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Мы промоем ее, перевяжем. Okay, that'd be perfect. Ладно, было бы неплохо. There's blankets and such in the barn. Хлебу есть одеяло, пойдем с утра пораньше. Come tomorrow. Which way you Кстати think говоря, you're куда именно ты отправляешься? Towards Macon, I suppose. Macon, я думаю. All right, then. Ну и хорошо. It smells like... Пахнет как дерьмо. Ну нет, давайте повежливо будем. Навоз. Manure? Навоз? Like when a horse Это когда лошадка flops? Какает. Just like that. Именно так. I miss my mom and Я скучаю по маме и папе. I bet, Clem. Не сомневаюсь, Клем. How far is Savannah? Саванна далеко? Pretty far. Далековато. Ох. Okay. Ладно. Я люблю тебя, малыш. Ой, так. Эй, get up. Эй, вставайте. I'm itchy. Я чешусь. Well, you slept in a barn, little lady. Маленькая леди, я повезло, что у тебя нет пауков в волосах. But I bet your daddy scared them all away, huh? Я отпугнул, верно? Я не ее отец, меня зовут. I'm Kenny. Я Кенни. Пап, нам нужно построить забор. Там трактор и все такое. We better get going. We won't hear the end of it. А то не узнаем, чем дело кончилось. Это мой сын, Кен младший. Тем зовем его Дак. Дак? Дак? Yeah. Nothing bothers him. Ничего не волнует, как сгуся вода, понимаешь? That's a valuable trick. В последнее время это ценное качество. No kidding. Согласен. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Что он туповат. Dad! He makes up for it with enthusiasm. И делает это воз. The word is, you were Ты вроде говоришь, что тебе нужно в Мэйкон. My family's from there. Моя семья оттуда. Well, Macon's on the Но Мэйкон по пути, честно говоря, я бы хотел поехать в компании парня, который может нести пару голов, если что. Будет нужно. Возможно, посмотрим, как пойдут дела. Maybe. We'll see how things shake out with this Herschel guy. Good luck with ну, that. Удачи. He's a hard ass. Он та еще задница. This is Милая. Lee. Да. And, это the girl's name? И как эту за девочку зовут? Клементина. Клементина. That is a very pretty Это очень name. Красивое имя. Thanks. Спасибо. Well, we should get to work. Ну что ж, нам нужно приступать к работе. Мы видели, there, на что способны эти твари. Так что нужно быстрее. Я тоже хочу строить забор. Да, но может быть, хороший бригадир, ты можешь сесть в трактор и кричать на меня каждый раз. Трактор? Круто. Я не успеваю читать, так что сами читайте, когда это надо будет. Я могу понять за твою маленькую девочку. Мы будем тут, на крыльце. Так. Так, все, сейчас Кенни на...
Кенни надо подойти. Ой, подлагивает, подлагивает. Так, давайте. Hey there, привет, Кенни. Кенни. Нужна помощь? Need any help? No, I think I got it. Думаю, что сам справлюсь. Do you need any help? А тебе нужна помощь? What do you mean? Смысл? I mean in taking care of that little girl. You know what you're doing? Ты понимаешь, что делаешь? You got kids of your own? У тебя есть свои дети? Нет детей. No kids. Не, нет. With a liked one, then. Значит, тебе понравится. Даже не знаю. Как дела у твоего сына? Good, I think. Думаю, хорошо. Мы были в гостях с Катей. Катя в Мемфисе. И возвращаюсь домой. На одной из парк какой-то парень схватил моего сына за руку. Я подумал, что он хочет похитить его. Уже через пару секунд я подлетел к этому подонку, и больше, слава богу, что я был там. Мы видели много тел до того, как наткнулись на Хершева. У нас крепкая семья, и никто не сможет досаждать нам. Какие у вас планы? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Позаботиться. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on that boat, I guess. You've got a boat. У тебя есть лодка? I'm a commercial fisherman. Catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katya wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. Так уж и плохо. See you. Пока. Я иногда не успеваю читать, так что пытайтесь сами, если вы так можете, потому что я правда не успеваю иногда читать. Так. You know how to drive it? Да, знаешь, как видите его? Конечно, нет. Я могу раскрыть платье в сельском хозяйстве на США. Не нужно. How you doing? Как дела, Дак? Хорошо, я собираюсь водить трактор. Я бригадир. Посмотри на меня, Шон. Сейчас, минуточку. Так, нужна ли ему помощь? Как узнать это? Как дела, Дак? Хорошо, я собираюсь трактор. Я бригадир. Посмотри на меня, Шон. Вот. Шон still working on that fence. Работа над этой оградой. Hey Lee. Hey Lee. Нужна помощь. Need a hand? That'd be great. If you could cut those two bites of length, that'd sure speed things up. Это ускорит процесс. В принципе, мы можем. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. Нет, не подозреваю. I saw a guy in Atlanta kill a kid. Я видел парня в Атланте, который убил ребенка, мальчика, послушал ему прямо в лицо. Мальчик был одним из ходячих? Was the boy one of the walkers? I don't even know. Я даже не знаю. Он либо хотел напасть на парня, либо просил о помощи. He didn't even hesitate. Он даже не сомневался, просто повернулся, приставил ствол между детских глаз и нажал на курок. You don't see things like that. Ты не видел ничего подобного. Это не как в кино. They don't fall like you think. Они не так дохнут, как думаешь. Тебе приходилось убивать? Ты же убивал ходячих? Ох. Иногда нужно убить, чтобы не убили тебя. Sometimes it's kill or be killed. I guess. Согласен. I think I'd sleep good after that. Ну, думаю. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. Так, это сами прочитайте. How's your family? Моим родителям в Мейконе вместе с братом, да? I hope. Yeah, надеюсь. I hope so too. Я тоже верю, что может быть, там не так уж и плохо. Ой. That's probably all I need cut for now. Пока что все это нужно распилить. Спасибо. And Sean, thanks again for the ride. Я скажу, что довез нас. No problem, Lee. Без проблем. Я не мог оставить вас. Anyway, when you see my dad, в любом случае, если вы увидите отца, помоги ему в хлеву. В хлеву. Ой, ладно, чувак, я тогда пойду к нему, к твоему бате. Ой, что-то подвоют. Как ты выбросил из Атланты? На машине. I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Hmm.
Твой вид это подтверждает. This farm's a nice plot of land. Если бы ты сказал мне 20 лет назад, то я бы буду это делать, чтобы это Это никогда не входило в мои планы. Так было принято в семье. Кажется, семья — это самое главное. Особенно сейчас. Ты согласен с этим? Ну, конечно, да. Где же твоя семья? Родители, жена, подруга? Разведен. Разведен, бывшая жена где-то в Вирджинии, вроде бы. Жаль это слышать. Но теперь у тебя есть эта маленькая девочка, требующая заботы, Клементин, не так ли? Как ты нашел ее? Я искал помощи, на меня напали, и она пришла на помощь. На меня напали, и она пришла мне на помощь. Могу я дать тебе совет? Конечно. Я не знаю, кто ты и что ты сделал. Предположим, что в городе ситуация не улучшится. И станет еще хуже. Тебе придется зависеть от чести незнакомца, которого ты приглашаешь. А если выяснится, что эти люди лгут тебе, то будет плохо. Но ты хотя бы слушаешь человека, дающего совет. Ой. I'll get my gun. Ой, что-то подваливает. Так, спасти мы его не сможем. Так, чувак, давай его. Давай, Кенни, вытаскивай. Кенни, давай, вытаскивай. Я держу тебя. Они почти пролезли. Убери этого, этот трактор с меня. Ли, помоги, прошу. Очень печально. Пошли к черту отсюда. Мне жаль. Жаль. Твой сын жив. Тебе не может быть жаль. А ты? Ты даже не пытался помочь. Я запаниковал. Посмотри на него. Помни это в следующий раз, когда запаникуешь. Прошу, просто уйдите. Уйдите и никогда не возвращайтесь. Могу попросить до Мейкона, если нужно. Итак, это максимум, который мы смогли проехать. Этого достаточно. Ой, главное, чтобы Клементину никто не тронул, а так все нормально. Это аптека, кстати, родителей Ли. Hey there, you friendly? Trucks run out of gas. Эй, не успел прочитать. Чёрт.
Мы в ловушке. А, нет, нет. Бежим. Так, все, закрываем замочек. Мы не можем так рисковать, мы не можем позволить людям умирать. Когда я сказал, не открывать дверь, несмотря на что, я имел в виду, это имел в виду, мы не знаем этих людей, они могут быть опасны. Worse, they could have let them right to us. Where the hell is your humanity? They would have died out there. Whoa, эй, дамочка, успокойтесь. Черт, мы просто люди, которые пытаются избежать твари, как и вы. Не все приходите сюда и начать меня. Я буду говорить, что захочу, если ты будешь угрожать этим людям. Не обращай внимания на меня, не позволь. Ни ему, никому. И все дело в выживании. Разве не видите, что происходит? Что такое? Мне нужно в туалет. Так, минутку, пожалуйста. Подожди минутку, Клем. У них дети, Лили. Тем твари снаружи все равно. Может, тогда все стоит присоединиться к ним? Она нормальная, она сильно риска, не сильно риска. Да, рисковали. И мы ценим это. Теперь давайте успокоимся. Твою мать. Вашу мать. Один из них укушен. Он не укушен. Черт из два. Нам пора покончить с этим сейчас же, только через мой труп. Сейчас устроим. Нет, я чистил его. Там нет укуса, он нормальный. Люди, вы что, черт, не понимаете? Мы уже видели, как это происходит. Если выпустим кого-нибудь с укусом, будем укушен. Заткнись. Нам нужно вышвырнуть его или снести ему башку. Кенни, останови его, Ли. Что нам делать с этим парнем? А почему меня спрашивают? Договориться с ним. Может, с коронным концом никто не смеется угрожать моему сыну. Все успокойтесь, черт. Мы ничего не можем делать. Заткнись, Лили. И ты заткнись, хлебала. Они найдут нас и проберут сюда, и всем будет на это насрать. Но сейчас мы в ловушке одной из этих тварей. What the hell are you talking about? Ты о чем это? Он укушен. Это превратится в эту тварь. Он не укушен. Ли, останови его. Он расстраивает его. Это его сын. Она своего, осмотришь? Ты Ларри, да, мужик? Это его сын. Посмотри на вокруг, дебил. У меня есть дочь. У тебя есть дочь. Доставь свою голову и жоп, пацан. У нас всех здесь родители. Мы можем все решить без убийств. Есть другой путь. Ага, в могилу. Him, я убью тебя, Кэт. А ты подлези за Даком. Ли! Ли. Там кто-то есть. Она просто заперта, ключ за прилавком, наверное. Эй, я тут не такой. Я за своей дочерью. Нет, ты просто парень, который хочет убить ребенка. Он не за грязи. Она найдет укус, вот вещь. Не найдет. А если найдет? Первым делом он укусит лицо своей мамочки. Then, when she's dead, he'll probably pounce on your little girl. Так, тогда мы разберемся с ним, но сейчас мы просто всех пугаем. Then get ready to deal with it, because that boy is bitten. Этого не будет. Да, если мы выбросим его сейчас же. Нет, остановите. Нет, ты не тронешь ни мальчика, и никого другого. У меня тоже есть девочка, я пытаюсь защитить ее. Хочешь насилие, Стархия? Ну давай, тогда придумай, как меня убить, потому что я не позволю убить никого другого. Вот что-то Клементиночка моя хорошая. Боже. Клементина. Давай, Клементина, все, давай. Отойди от нее с этим пустым. Так, хедшот. Блин. Ты в порядке?
Just great, thanks. Отлично, спасибо. Guys. Ребята. Everybody down. Ложитесь. Все. Тихо. Так, давайте. Они сдут снова. Заткнись. Вот там военные, да? Военные? Это что, военные? Я не знаю. Спасибо им, кто бы это ни был. Мы чуть не умерли из-за этой твари. Ее пальцы на куртке. Это было глупо. Это было... Что с ним? It's his heart. Это его сердце. Таблетки? Нитроглицерин? Да, наш закончится. У нас возникли проблемы с проникновением в аптеку. Прошу, пытайтесь добраться сюда. Там все таблетки. Через офис. Почему не хочешь сказать, что это аптека его родителей? Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. Можно тут задержаться. Раньше я думал, что в аптеке мы не укроемся. Right. This ain't exactly Fort Knox. Это не Форт. We need as much gas as possible. Нужно много бензина, чтобы мы смогли выбраться из центра Мейкона быстро. Согласен. Тогда я пойду поищу бензин. Недалеко есть мотель в конце улицы Пичтри. Я сбегаю туда и обратно заберу все, что найду. Это было бы отлично. Well, it's got to get done. Ну, кто-то должен сделать. Кто может быстро? Local? Ты местный? Родился тут и вырос. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie to get in a tight spot. Если влипнешь. Мне клятся, надеюсь, он тебе не понадобится. Cool. Clementine's got the other one. Право, Клементин, сообщай новости, ты попустей возвращайся. And you? What's your name? Так, как тебя зовут? Я Лили. А это мой отец Ларри. Keep a good eye on him. Присматривай за ним. These boys will work on getting you your medicine. Принесут тебе лекарства. That's right. And you keep an eye on that front door. You're our lookout. У нас на стрёме. Я Дак, всё понял. And I'm Carly. А я Карли. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. Отдохни, ты хорошо ляжешь. I'd like to keep it that way. You got it, boss. Есть, босс. Now get him those pills. Ты ему эти таблетки. Так, таблетки мы пока не будем. Сейчас тут должен быть где-то шоколадки лежать. Вот одна шоколадка, тут вообще три шоколадки лежит. Так, давайте Клементине сразу дадим. Вот тебе, Клементин. Немного, но все равно держи, Клем. Thank you. Спасибо. Конечно. Вы позаботились о Клементине? Ну, конечно, я ж заботливый, я ж отец, как-никак. Батончик еще один. Вот, давайте дадим им. It's not much, but here. Немного, но вот. You sure? Ты уверен? Да, у тебя небольшой стресс. Thanks. Спасибо, это действительно мило. Don't mention it. Не стоит благодарностей. Так, пока открывать не будем ничего. Нет, подождите, мне туда пошел, не туда пошел, сюда вот. Ой, так. Угу. We can't let anything happen to Ducky. Ой, сейчас, друзья, подождите, пожалуйста, 5 секундочек. Так, все, я кота просто отогнал. Вон, держи батончик, дружок. Не, говори, я с ним не хочу. Просто нам держи батон, и все. It's not much, тут немного, но вот. For the boy. Мальчик. Oh, thanks, Lee. Спасибо, Ли. He appreciates it. That's sweet, Lee. Ли, это мило. Спасибо тебе. Ой. Так, давай послушаем. С чем ты возишься? A radio. С радио, я не могу ставить его работать. Позволь мне заглянуть. Там вообще бы есть батарейки? There are no batteries in this thing. What now? You know that there are no batteries in that thing. Знаешь, что в этой штуке не батарейки? Yeah, of course. Да, конечно, то есть, yeah. Да, нет. No. Нет. I can try to find some. Я поищу их, нужен две. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. А, подвагивает. Открытки нам не нужны. Так, тут нету ничего, тут нету. Тут должна быть где-то батарейка, серьезно говорю.
А, вот батарейка. А третья... Ой, вторая батарейка находится там. Сейчас давайте открытки эти посмотрим. How can I with those things out there? Вот батарейка еще одна. Так, давайте посмотрим. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead gods. Или вы живы и мертвы здесь нет. This battery should fit the radio. Так, мы должны подойти к радио. Great, thanks. Классно, спасибо. And here's another one. Вот еще одна. Should be able to get it to work now. Теперь должен заработать. Так, чувак, давай. It's still not working? Все еще не работает? Yeah, да. Can't figure it out. Я не понимаю, в чем дело. Let me have a look at that. Давай взглянуть на эту штуку. Go ahead. Валяй. Она батарейки хотя бы правильно поставила? Конечно, нет, надо наоборот их поставить. Тут написано плюс-минус, плюс-минус. Для самых одаренных же написано. Давай назад переворачиваем. Включаем. You fixed it. Да, я его починил. The station is okay. Мой продюсер говорит. Тогда давай смотримся. Cool. And we'll keep it down. Don't need to bring them back to play with any unnecessary noises. Agreed. Так, согласен. Jesus. Господи. Кажется, меня сейчас тошнит. Они только едят. И это единственное, что их заботит. И если они схватят, они сожрут тебя, и ты вернешься одним из них. Что за фигня? Я думаю, понадобится больше нескольких дней, чтобы все стало, как и прежде. Да, я тоже так считаю. Лучше нам переждать здесь. Так. Опа, это случайно не работник аптеки? Это его брат, вообще-то, если честно. Да-да, это его брат. Лучше он так. О, shit. Что, ты знаешь этого парня? Кажется, у него знакомое лицо. Ты здесь, верно? Это может быть как угодно, знаешь, они начинают гнить и все жуют и... Заткнись, Даг. Посмотри на эту спецодежду, он работал в аптеке и умер случайно, вся в кармане. Не попробую добраться туда, чтобы узнать, есть ли у него ключи. Если он сможет добраться оттуда, что он работает здесь, то это ла-ла-ла. Я посмотрю, что можно найти. Так, можно найти кирпич. Я не могу дотянуться. Так. We should think about searching that guy across the street. Maybe he has them, but who knows if he actually worked here. Ладно, друзья, на этом будем заканчивать. Продолжим уже в следующих сериях. С вами был Цербер. Всем удачи. Всем пока.